продолжить про Ранцапьяна, потому что имела возможность пообщаться с ним живьем. После этого здания, когда это здание было построено, в 70-е, в 77-й год было открытие, в нем действительно, это уникальное здание, потому что в нем проходят и концерты, в нем проходят конференции, в нем кипит культурная жизнь не только столицы Франции, но всей Европы. Да, вот вы можете посмотреть, как выглядит это здание изнутри. Это совершенно потрясающе. Оно напоминает одновременно какой-то огромный комплекс, бизнес-комплекс. Но на самом деле там никаких мероприятий, которые не связаны с культурой, не происходит. Там все, что происходит в Бабуре, все абсолютно связано с культурой, так или иначе. Если мы говорим о культуре и экологии, тоже это может там происходить. Дальше. И вот после успеха, такого ошеломительного успеха центра Помпиду, Ренца делает несколько проектов уже в новом столетии. Я подобрала специально его проекты, которые являются знаковыми для сегодняшнего современного мира. В Лондоне проект небоскреба, который называется «Шант». И в переводе с английского это значит «осколок». И этот осколок включает в себя 28 этажей, значит, все здание 72 этажа. 28 этажей – это офисы. Еще какое-то количество этажей – это рестораны, кафе, бары и так далее. То есть это колоссальный, безумно интересный проект, которым лондонцы, в отличие от парижан, которым все время было не нравилось, и, кстати говоря, до сих пор центр Помпиду не вызывает большого восторга у них тоже, а вот лондонцы этим осколком страшно гордятся, считают, что это одно из главных украшений города. Следующий проект. Вот это проект, который мне нравится безумно. В Берне музей Пауля Клее. Это художник, который вместе с Василием Кандинским является человеком, стоящим у истоков абстракционизма. Невероятно интересный художник. Его работа есть в Мюнхене, в Лембахаузе. Вот немцы решили сделать отдельный музей своего любимого художника. И поскольку основная часть работ Клее, он больше всего любил два материала, акварель и гуашь. Они выцветают, имеют такое свойство, в отличие от масляной живописи, они выцветают очень быстро. Основная часть галереи находится под землей. А вот эта верхняя часть, просто Антон показал нам фрагмент, а я вам хочу сказать, что три раза идет вот эта волна в этом музее. Такое впечатление, что это или холмы, или это такая вот волна. И он производит колоссальное впечатление, такой очень современный, очень интересный музей, который, я бы так сказала, украшение просто города. Дальше. Ну и в Генуе в своей родной он сделал аквариум, как вы видите, такой в виде шара, который в нем находятся всевозможные рыбы. Я не была сама в этом аквариуме, но Ренца говорил, что когда проектировал это дело, то речь шла о том, чтобы показать все какие-то уникальные виды с точки зрения эстетики. То есть там должны были быть рыбы или интересные по цвету, или интересные по форме, и какие-то растения, которые в океане есть. То есть это такой, как он себе представлял, это такой кусочек океана посреди Европы, в Италии. Ну, опять-таки, я говорю, я не была в этом месте, поэтому не знаю, насколько это удалось ему. Дальше. От Ранцапьяна мы переходим к тому, что есть возле центра Помпиду.
Там была до того, как построили центр, достаточно унылая, неинтересная площадь. Это я вам говорю о том моменте, когда я видела котлованы, была пустая площадь, которая называлась площадь Игоря Стравинского. И ничем выдающимся эта площадь в 70-е годы, до того, как построили центр Помпиду, не отличалась. И вот пришли два человека. Этот фонтан еще по-другому называется фонтан Тенгри. Пришел инженер Тенгри, и у него была прелестная совершенно жена, художница Ника де Фаль, которая решили, что они всю площадь превратят в фонтан. Фонтан будет состоять из 16 фигур модулей, которые будут все время двигаться. Как только поступает в фонтан вода, тут же начинается движение каждой этой скульптуры. Я хочу вам сказать, что я бывала в Париже, мне очень сильно везет в этих поездках. Звучит музыка Стравинского. Вода льется, покажи, пожалуйста, да, вот губы, например, губы Дали, из них льется вода. Есть еще скульптурные вот такие, да, инсталляции, это, они сделаны из полистирола и напоминают такие вот скоморохов из спектаклей Стравинского. И это главное украшение, я бы так сказала. Центр Помпиду не смотрелся бы столь прекрасно, если бы не было этого фонтана Стравинского. Это остро современная штука по сей день. Вот мы были сравнительно недавно с группой, когда были в Центре Помпиду в 2014 году. И я сама себе задала вопрос. Вот... Если не знать, что это сделано в 70-е годы, то есть практически 50 лет тому назад, что этот фонтан сделан 50 лет, полвека тому назад. Если этого не знать, как ты будешь к этому относиться? И я вам могу сказать абсолютно ответственно. Такое впечатление, что это придумано и сделано вчера. Это остро современная вещь. И в этом прелесть, конечно, этого произведения.